It's the wrong time to surrender. Light me up and skip. You are the wrong line of my scarce life. What do you found in me? If I fall down, will Украина. Крупнейшая из европейских держав. Более 500 000 квадратных километров и 34 место в мире по численности населения. Когда-то Украину называли житницей, кузницей и здравницей страны, в которую она входила много лет назад. С тех пор утекло много воды, но все эти богатства никуда не делись. Богатейшие залежи полезных ископаемых, уникальные минеральные и термальные воды и множество других ресурсов. Украина – мировой лидер по запасам чернозема. 40% плодородных почв приходится на долю нашей прекрасной страны. На ее территории находятся сотни месторождений с доказанными запасами железной руды – более 18 миллиардов тонн. А энергетические ресурсы? В стране больше 300 разведанных месторождений нефти и газа. Мы входим в топ-10 стран по запасам природного урана. Украина. Это развитая металлургическая и машиностроительная промышленность, текстильная и пищевая, лесная и деревообрабатывающая, атомная и химическая. Кому принадлежит вся эта роскошь? Согласно 13 статье Конституции, земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной морской экономической зоны, являются объектами права собственности украинского народа. Приват. Крупнейшая и самая прибыльная финансово-промышленная группа страны. В структуру «Приват» входит более сотни промышленных предприятий, расположенных на Украине и по всему миру. Еще тысячи находятся под непосредственным контролем группы. Среди активов «Приват» – богатые и успешные горнодобывающие, металлургические, машиностроительные, химические, пищевые предприятия, энергетика, авиация и медиа. А ядром группы и лидером по всем финансовым показателям в банковской отрасли Украины является «Приватбанк». За 2019-2020 годы прибыль украинских банков составила рекордные 59,6 миллиардов гривен. Больше половины этой суммы, 32,6 миллиардов гривен, пришлось на долю «Приватбанка». На эти деньги «Приват» открывает новые предприятия, покупает акции мировых компаний и недвижимость по всему миру, запускает инновационные проекты, финансирует профессиональный спорт. А как же мы? Ресурсы Украины – достояние каждого жителя страны. Полезные ископаемые, земля, воздух, другие ресурсы, расположенные на территории Украины – все это принадлежит нам. 10 декабря 2019 в Верховной Раде принят закон о введении проекта «Микроинвестирование в «Приват». Проще говоря, было решено дать доступ к заработку на проектах «Приват» каждому рядовому украинцу. Речь идет отнюдь не о вертолетных деньгах, фиксированных выплатах каждому из почти 42 миллионов жителей страны. Закон всего лишь предусматривает систему микроинвестирования. Допустим, вы инвестируете в проекты «Приват-инвеста» $150. Через 4-5 дней ваша прибыль составит уже $220-240. Представьте, какие суммы вы заработаете, если вложите больше. Таким образом, у украинцев теперь есть возможность зарабатывать на ресурсах, которые принадлежат им по закону. Стабильный доход инвесторов обеспечен чистой прибылью компании. Сейчас она составляет около 2 миллиардов ежемесячно. Прибыль каждого инвестора определена внутренними документами компании не менее 50 и не более 200%. Это самый цивилизованный путь, которым бизнес может помогать своей стране и ее гражданам. Делиться заработанным. Именно этот путь уже выбрали многие скандинавские и европейские государства. Подобные законы в отношении крупных корпораций готовятся принять в США и других развитых странах. Надежность, стабильность, уверенность в будущем. Вместе с «Приват» – крупнейшей и самой успешной финансово-промышленной группой Украины.
К сожалению, компания «Приват Инвест» не способна единолично и в кратчайший срок решить финансовые проблемы всех без исключения жителей страны. Пока возможность инвестировать в проекты «Приват» доступна только клиентам «Приватбанка» и «Монобанка». Кроме того, сразу после принятия закона о микроинвестировании, многие дальновидные и финансово подкованные клиенты банков изъявили желание принять участие в проекте. Но количество инвесторов ограничено текущей прибылью компаний группы «Приват» и их техническими мощностями. Чтобы гарантировать каждому участнику прибыль от 50 до 200%, компания вынуждена была пойти на ограничение количества мест для инвесторов. На сегодняшний день в проекте осталось всего 98 мест. Если вы клиент «Приватбанка» или «Монобанка», то уже сейчас у вас есть возможность принять участие в проекте «Приватинвест» и начать новую, обеспеченную жизнь. Однако не откладывайте решение на завтра. Напомним, из 10 тысяч мест в проекте осталось всего 98. Заполняйте форму регистрации на этом сайте, затем дождитесь звонка официального представителя компании «Приватинвест» и начните зарабатывать уже сегодня. «Приват» – беремо и робимо. Да, интересно. Вот, например, беремо уводим, значит, имя. Реальный. Фамилия. Со. Савтор. Савтор. Электронную почту вводим. Так. Та-дан-та-дан-та-дан-та-дан. Точка ком. Так, вводим номер свой. Добре, хочу. І ми завтра подивимося. А розвод це? Чи не розвод? В даний момент реєстрація недоступна. Як тільки появиться можливість зареєструватися у вас в проєкті, ви получите оповіщення на мейл, яке указали при реєстрації. Люблю такі розводники. Як підкосили файно. І Каркаламойський. Скільки я заработав. Ліцензія. Нічого, ми провіримо це. Ми знаємо, нафта, все. Так. Начніть зарабатувати з Приват. А ну ще раз. Так. Так, є. Хочу. А ну-ка. Що, скажете мені? Добре, кажіть. Ой, в проєкті лишилося 7 свободних місць. Нічого, файно. Думаю, можна завершити поки що з цим відео. Та-дам! Та-дам-та! Так, значить, дивимося. Ага. Станьте власником 2 гектарів в Україні. Безкоштовно встигніть приватизувати землю, поки є можливість. Ми надаємо покрокову інструкцію. Плюс повний пакет інформації за символічну ціну. Що це з нас так? Укрнадразем. Україна. Агроконсалтинг пульуслуга 2021.ICU. Так. Повне право на безкоштовну землю має кожен, і ми знаємо, як з цим допомогти. Всього лише 200 гривень. 199. Чому б не спробувати? Угу.
Останній вопрос. Окей. Як не коректно? А, ноль. Коректний? Готово. Так, бачите, у нас Укрнад разом. Україна. Політика конфіденційності. Обмін, повернення, заміна. Так, авторське право. Агроконсульт. Інт. Всі права захищення. Создана на FlexB. Щось подібне я вже заказував. Спробуємо ще раз. І подивимося, чи це не розвод. Все, завтра ми почекаємо інформації. Зараз, щоб для повної, як то я казав, безпечності, поробимо собі скріншотики. Так, знімемо чехольчик. Раз. Добре. Ой, як файно. Так. Ми ж журналісти. Нам так і треба працювати. А на рахунок землі? Так я завжди за. Уй! Оце так, назад. Якщо це надувало, то в нас має бути що? Докази. Так. Дуже сильно я не люблю то, що кажуть, значить, що відгуки. А для чого тоді користуватися конфіденційністю? Я розумію, що в інтернеті доступна така штука, як конфіденційність. Але для чого не користуватися? Можна ж без неї обійтись. Хіба ні? Все. Значить так, справу виконано. Все, можемо завершити цю рубрику землі. Тосі-тосі, Україна, і поїхали далі.